Извините, пожалуйста, вы меня не пропустите? Без сопровождающего нельзя. В смысле? Соображение безопасности, что-то непонятное. А если у меня нет сопровождающего? Езжайте на станцию Алтуфьева или Академика Янгеля. Там специальные лифты для инвалидов. И как я туда доеду? А можете и не ехать. Лифты все равно не работают. Слушайте, ну ты идиотизм какой-то, серьезно. Ну. Я инвалид, между прочим, мне нужно домой, ну пропустите вы меня! Слушай, а если ты инвалид, то надо дома сидеть, а не по метро шастать. Знаю я вас, инвалидов. Кормушку, что ли, здесь нашел? Сейчас полицию позову, разберемся, какой ты тут инвалид. Не надо полицию, все, спасибо большое, извините. На такси доедешь, инвалид.